часть зала на втором этаже Мариупольского краеведческого музея. Здесь находятся экспонаты, относящиеся к истории нашего города от начала 20 века и до Первой мировой войны. Что расскажут нам эти безмолвные вещи и фотографии? Свадебный альбом начала 20 века. Основательный жених и трогательная юная невеста. Аптекарские пузырьки. Чьи они? Провизора Дворкинда или его конкурентов? Саквояж знаменитого фельдшера Шейна. Именно с ним он входил в дома жителей Слободки и прилегающих к ней улиц, чтобы оказать медицинскую помощь захворавшим. Взрослым и детям. Автомобиль задекорирован под чёлн. Фрагмент праздника белого цветка. Благотворительная акция «Сбор средств для лечения больных туберкулезом». Уголок, отведенный известному хирургу и патриоту Спиридону Феофановичу Кириллову. Папка с приветственным адресом. В то время он был земским врачом в селе Малая Несоль. Прошло всего 2 года после окончания им медицинского факультета Харьковского университета. Инструменты знаменитого врача. Мариуполь, 1913 год. Больниц 6, аптек 7, аптекарских магазинов 11, врачей 26, ветеринаров 3, фельдшеров и акушерок 83. Старинный классный журнал. Футболисты начала 20 века. Приветственный адрес земскому фельдшеру Сафронию Ивановичу Фиангелли.
доктор Илья Ильич Данилов, фельдшер Сафроний Иванович Фиангели, акушерка Анна Ивановна Гудкова. Гимназисты с классным наставником. Похвальный лист Марии Шевченко. Мария Федоровна окончила Мариупольскую женскую гимназию с серебряной медалью. Уже в зрелом возрасте получила высшее образование, преподавала в школах математику. Ее дочь Нина Васильевна Орехбаева была главным врачом родильного дома. Ученический письменный стол. Вероятно, за этим столом выполнено немало домашних заданий. Настольная швейная машинка начала 20 века. Белой ручкой на колесе машинка приводилась в действие. Еще одно изобретение тех далеких лет – утюг с опрыскивателем. Нетрудно догадаться, что это щипцы для сахара, а это подставка для ножей. В 1906 году владелец гостиницы «Континенталь» Томмазо приобрел электрогенератор. Мощность его была невелика. В 1909 году на Малофонтанной улице вступила в строй электростанция для обеспечения энергии насосной станции будущего водопровода, а также для освещения жилищ и учреждений. И тем не менее, в домах многих мариупольцев главными источниками света оставались свечи и керосиновые лампы. На этом и завершим нашу воображаемую экскурсию в Мариуполь начала 20 века с помощью экспозиции Мариупольского краеведческого музея.